Всем привет! В эфире программа «Я в Бийске, а у вас?» И с вами я, проводник по городу Кристина. 1 апреля я разыграла своих друзей. Но что самое главное, шутка была простая, но они поверили. А что у вас интересного произошло на этой неделе? Купили себе вон новые обувь. Вот это мне произошло. И все. Обычный распорядок дня, работа, тренировки, сон, все. Вчера прививку сделала, вторую, от коронавируса. Очень довольна, что, возможно, не заболею и не помру. Ну, мероприятие было в колледже насчет работ. Вы там принимали участие? Ну, я смотрел на это мероприятие. Готовимся к переезду на другую квартиру. Ну, когда получим, неизвестно. Все, денег в администрации у нас не хватает. Вот, ждем, когда нас переселят. Съездила в Белокуриху, повеселилась с друзьями, которых нет. Спасибо. С больницы выписался. Ну, домой иду, выходной. Единственное, новостями от вас, когда убирают улицы, когда ломают асфальт и бордюр, делают благое дело, но и в то же время. А так, в принципе, ничего. Не знаю, у меня растут два замечательных внука, я живу и радуюсь. Внучка недавно родилась, 15 марта. Очень приятное, хорошее событие произошло. Я только что кровь сдавал. Стали донором? Да. Зачетами на работе. Да, мы приехали с отпуска, родители ездили, отдыхали неделю. Ребенок на каникулах, то, что был. Поэтому интересно, вернулись обратно. Делали в комнате, потолок красили, обои клеили, линолеум стелили. Комната стала красивой, светлой, чистой. Был недавно семинар по бизнес-молодости. Сегодня у моей бабушки день рождения, мы сейчас идем пить чай. Можете поздравить? С днем рождения, бабуль. Мы на улице собачку подобрали, помогли ей. Сейчас вот будем ее вылечивать против глистов. Так что вот такое счастье нам попало. Маленький прям месяц, маленький такой щеночек. Вы его у себя оставите? Конечно, обязательно, да. Тем более сын очень давно мечтал о собачке, так что у нас теперь новый питомец дома появился. Это была программа «Я в Бийске, а у вас?» И кто знает, может, на следующей неделе именно вам мы зададим вопрос. А что у вас интересного произошло на этой неделе? Всем пока-пока!